Приветик всем! И снова с вами Алена. Сегодня у меня очередная небольшая покупочка для Маргоши, Маргариты. Мы ходили гулять и зашли в магазинчик, и мне понравилось. Я купила ей на Новый год. На Новый год я купила ей вот такие вот простые белые колготочки. Они вот тянутся. Такие вот. 68 на 74, вот колготочки. Купила вот такие вот ей тапочки, такие прикольные. Она тут успела у меня уже погрызти немножечко, фирма Бабу, 62 68. Вот они такие интересные, вот с такими, чтобы вот, наверное, вам покажу, на ножку одевается вот так. И вот такой вот мишка или там киска получается. И вот ходить удобненько. Они очень мягонькие. И вот такие вот купила носочки. Там мы на Новый год такими красивыми будем. И платьишко. Вот платьишко. Он как бодик такой получается. Простенькое, но красивое. Вот она с таким этим бодик. Тут застегивается. Вам полностью показать платьишко. Так, наверное, вот. Здесь такая вот сеточка. Мягонькая-мягонькая. Платьишко вообще мягкое-мягкое. Купила я его вот в такой фирме. Такая вот фирма. Фрейе Аса какая-то. 890 рублей. Такое платьишко. Платье боди для девочки. Цвет розовый. Размер 86 на 48. Состав 100% хлопок. Очень мягонько. Вот здесь вот расстегивается. Вот такое вот платьишко. С такими тапочками. Вот такие мы будем красивые на Новый год. Вот это моя небольшая покупочка Маргарите на Новый год. Будем красивые. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Я буду очень рада. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!